Ну что ж, Зимушка, есть у меня для тебя подарок, чтобы тебя задобрить. Пока не ушла ты от нас, народ у нас весенним, знаешь, какой спортивный. Любит он у нас зимние забавы. Да-да, вот они подошли. Сегодня, друзья, был марш-бросок, который пропагандирует здоровый образ жизни. Вот они, наши лыжники, поаплодируйте им. Ну-ка, друзья, на сцену. По Уралу бежали 10 километров, к нам на Масленицу спешили. Вот они, пример для всех нас весенним. Ну что, мужички, рады мы вас видеть. Пока Зимушка не ушла, скажите ей пару ласковых. Весенний физкульт-привет! Сегодня мы, участники лыжни России 2019, жители нашего поселка, решили поприветствовать вас в честь Международного женского дня, в честь Дня защитника Отечества, в честь широкой Масленицы, пробегом, лыжным пробегом. 4 человека, между прочим, которые чуть старше 60, не буду говорить больше, и 70 тоже, прошли от Экадолья, как сказала Наталья Ивановна, порядка 10 километров, не меньше. Только для того, чтобы здоровый образ жизни рекламировали не только мы, но и молодежь. Большое спасибо Наталье Ивановне Воронкиной, которая подхватила нашу инициативу. Большое спасибо Сергею Васильевичу Швецову, который поддерживает всегда нас. Это не только лыжи, и корты, футбол, и волейбол. Это и теннис. Большое спасибо всем вам за то, что вы нас поприветствовали. Вы еще раз аплодисментами. Ну и, конечно же, сувениры. Сувениры, дорогие наши мужчины. Ну что, весенний физкульт, привет! Поздравляем, поздравляем вас и желаем, желаем здоровья. Но знаете, наши дорогие мужички, сейчас, что еще не заканчивается сегодня ваш тренировочный. Это разминочка была. Есть и столбик, есть и гири, все, вы поучаствуете. Еще я прошу минуту внимания. Сегодня нашему Василию Николаевичу 61 год. Поприветствуем!